Програма створена за підтримки Національного олімпійського комітету України. Мої вітання! Це програма «Таке спортивне життя» і я її ведуча Олена Говорова. Герої програми – особистості, які досягли успіху саме завдяки спорту. І я дуже хочу, аби приклад їхнього життя надихнув кожного з вас на нові перемоги та досягнення. У кожному виді спорту є знакові люди. Саме вони стають першопроходцями. Одним з таких першопроходців для українського біатлону став наш герой. 2007 рік. Анхольц. Чемпіонат світу. Бронза. На п'єдесталі мій гість Андрій Дереземля. Меня, наверное, так родители воспитали, что если к тебе обращаются за помощью, но я не могу отказать. Я никогда не ругался с родителями. И моя жена сейчас ставит пример это детям. Вот я не ругался просто с родителями. В любом виде спорта я уверен, что много зависит в начальной стадии от родителей. У меня всегда была какая-то цель, к которой я стремился. Семейные отношения – это своего рода тоже работа. Их надо постоянно поддерживать, выстраивать какие-то отношения. Я старался от приоритета расставлять, то есть по приезду домой – это семья. Я не представляю жизнь вне України, от чесно. Андрій, здравствуй. Я рада видеть тебя в програмі «Таке спортивне життя». Здравствуйте, взаимно. А сейчас твоя профессиональная деятельность не связана с биатлоном. Это уже закрытая страница биографии или все равно ты следишь за выступлением ребят, ты где-то им помогаешь, ты где-то советуешь? Ну, бывших спортсменов не бывает, и, конечно же, я в плотном контакте с ребятами. В национальной сборной выступают те ребята, которые, и девчонки, с которыми еще я выступал. Есть потрясающее поколение, с которым я тоже плотно знаком. Там есть и мой племянник, который я, конечно же, стараюсь поддержать и морально, и как-то передать опыт. Мне очень приятно, даже когда еще выступал, когда подходили молодые спортсмены, и я что-то им подсказывал, говорил, и со стороны говорили, что ну, очень классно у тебя получается. Поэтому многие говорили, что надо идти тренером. И в одном из интервью я прочитал, что там благодарили некоторые спортсмены, что вот к Андрею можно было сюда подойти, он не откажет, поможет. Поэтому сейчас мне приятно там где-то кому-то что-то сказать, подсказать, просто узнать, как дела у ребят. И, безусловно, конечно, мы же за их выступление переживаем, смотрим, болеем, поддерживаем их. Поэтому я с биатлона не ухожу. Ну, я вот тоже в одном из интервью прочитала, что иногда твои советы и помощь, будучи спортсменом, когда ты был спортсменом, шла даже в ущерб. Кто-то из тренеров жаловался. Может быть такое? Ну, я не знаю, тренеру виднее, как всегда, да? Но я старался все-таки не распыляться. У меня всегда была какая-то цель, к которой я стремился, и я работал. То есть упрекнуть меня в том, что я делал что-то в ущерб своего результата, наверное, нет. Но, возможно, я просто, ну, меня, наверное, так родители воспитали, что если к тебе обращаются за помощью, но я не могу отказать. Поэтому я старался там некоторые вопросы закрывать, там, вплоть до материальных даже, когда-то там было, надо было помощь кому-то. Ну, не знаю. Подожди, будучи спортсменом, вплоть до материальных, это как? Да, ну, были те спортсмены, которые выступали там помоложе, юниоры, там, юноши. Всегда не хватает инвентаря. Где-то что-то дать кому-то, помочь, там, где-то что-то купить, привезти, передать. То есть, я не скажу, что это было там довольно часто, но были такие моменты, которые помогали. Хотя точно так же мне помогал там мой старший товарищ, друг, поэтому я не имел просто права отказать кому-то. Ты сейчас депутат областного совета Черниговской рады, да? Городского совета. Городского совета. Ты начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта. Скажи мне, пожалуйста, на твоих должностях можно как-то влиять на решение вопросов в спорте? Ну, безусловно, и я очень рад, что у нас в Чернигове очень такой и продвинутый, и принципиальный мэр. Он поддерживает спорт, он сам увлекается спортом, поэтому очень приятно, когда, скажем, прошли выборы и существенные изменения проходят в этой сфере. Конечно же, ему кто может подсказать, там, показать, как надо делать, потому что ну, много вопросов по разным направлениям, разных сферах, и спорт... Скажем, он постоянно, это уже будет заезженная фраза, но всегда финансируется там по остаточному принципу. И у нас, ну, я буду говорить за свой город, у нас сформировался дефицитный бюджет,
управления, спортивных школ. Мы сейчас потихоньку стараемся выходить с этого дефицитного бюджета, чтобы действительно было нормальные условия, современные условия тренировок, плюс, скажем, нехорошая спортивная база, инфраструктура. Поэтому ну, я стараюсь влиять, конечно, и как депутат, и как непосредственно начальник управления. Может ли один человек сдвинуть с мертвой точки камень, я имею в виду вот в нашей сфере, или все-таки в любом случае нужна команда? Я всегда поддерживаюсь в том, что нужна команда. И ну, я буквально часто, не буквально, вернее, часто привожу пример, что вот спортсмен, ну, возьмем биатлон, да, вот результат его виден на экране, какой хороший, плохой, его видно. Но то, что стоит за результатом, ну, многие болельщики, которые, там, скажем, ну, не такие там, профессиональные болельщики, они не понимают, что за этим стоит и команда, и ребята, и тренера, там, доктора, массажисты, и спортивные функционеры в том числе. Но когда ты спортсмен, ты, возможно, этого не понимаешь. Когда ты уже уходишь, скажем, в ту должность, с которой ты непосредственно связан с спортом, ты понимаешь, что очень много от этих людей также влияет и зависит. Поэтому все-таки команда, которая, ну, по крайней мере, с командой это будет более легче и более быстрее это сделать. Когда ты принимал решение идти в политику, с кем ты советовался? И как отнеслась биатлонная семья ваша к тому, что ты настолько резко поменял сферу деятельности? Или это было заранее известно? Наверное, можно сказать, то, что я всегда был таким достаточно социально активным в Чернигове. Как-то я старался не выключаться с такой общественной жизни, поэтому мне было достаточно легко. Ну, конечно же, советовался в первую очередь это с семьей, с президентом Федерации биатлона, с Брынзаком Владимиром Михайловичем. Но, честно скажу, вот основное как бы, решение мы принимали с тещей. Да, да, то есть она от, ну, во многих таких щепетильных, скажем, вопросах, вот я с ней советовался, но она опытная, мудрая женщина, и мне с ней приятно легко общаться, поэтому именно вот в плане выборов, имеется в виду политических, я с ней советовался, общался, и как бы в семейном таком кругу было принято решение. Я, знаете, даже многие не удивились, тут же Сергей Семенов сказал, говорит, я так и знал, что Андрей пойдет как бы в этом направлении. То есть, ну, как бы ребята поддержали, было приятно. А когда человек при должности, то к нему не зарастет народная тропа, называется. То есть иногда некоторые пользуются, да, тем знакомством, пользуются тем, что знают человека, пользуются тем, что у него появляются возможности, и где-то, возможно, злоупотребляют, да, знакомствами. Просят решить тот или иной вопрос, в обход и так далее. У тебя были такие моменты или нет? Да, конечно, безусловно, но у меня принципиальная позиция по этим вопросам. И как депутата, как начальника управления, я, когда пришел в управление, там провел небольшую реформу, скажем, по спортивным школам. И у меня была позиция, что у меня нету ни друзей, ни врагов. Есть рабочие, нормальные деловые отношения. И когда по всем позициям пытались люди подойти, раз, второй, третий, но они поняли, что Дереземля – это вот такое направление. У меня нету ни врагов, ни друзей. Я говорю открыто, есть нормальные деловые отношения. Биатлон ведь у тебя не был в приоритете, когда ты начал заниматься. Насколько я знаю, футбол, волейбол, баскетбол, ну, судя по твоему росту, да, это были те виды спорта, которыми ты любил заниматься. И выбор, ну, поскольку не было секции, выбор был между биатлоном и между борьбой, правильно? И ты все-таки выбрал биатлон. Почему? Что зацепило? Остался ведь надолго. Ну, на самом деле, я тоже уже не один раз говорил, что в поселке, где я начинал, было две секции, ну, профессиональных секций. Были, вот, как вы говорили, там при школе какие-то, футбол, волейбол. Но это было не серьезно достаточно, а серьезный, уже с серьезным подходом. И руководство тогда поселка, и тренеров, которых пригласили, это было две секции. Я на борьбу не ходил, это, наверное, один из немногих ребят, потому что все ребята побежали сразу на борьбу, а на биатлон поменьше. Но я вот, когда там второй, третий класс, всех спрашивали, кем ты хочешь быть, я уже четко отвечал, что я хочу быть спортсменом. Вот, ну, на самом деле, я это четко даже сейчас помню. Я не понимал, каким спортсменом, но я говорю, что я буду там не пожарным, откуда? Не полицейским. Откуда? Да. Вот как? Но все-таки должно было сформироваться как-то такое желание. Ну, я как бы мне нравилось там играть в футбол, там зимой на лыжах кататься. И тогда это было
ну, скажем, такой более масштабно. То есть тогда было вот у нас в поселке, ну, было там 2-3 команды, которые играли в хоккей одновременно, там в футбол или там. Ну, наверное, более так, спортивные были молодежь. Не было там тогда такой гаджетов, доступности гаджетов, интернет, телевидения. Ну, было, как бы, я пошел на биатлон. Хотя, на самом деле, я тоже не раз говорил, но моя попытка заниматься биатлоном закончилась 4-й раз успешно. То есть я пришел, заболел, и уже даже раз в больнице полежал, и уже только 4-й раз я, как бы, пошел нормально тренироваться. Ну, обычно родители, я так думаю, что после 2-го раза пропадает желание, да, отдавать ребенка в такую секцию, после которой он болеет. Как родители отнеслись к тому? Почему 4-я попытка? Почему, ну, могли бы сказать, ну, все, нет, закончили испытания, как они отнеслись? Ну, на самом деле, я своим родителям, их, к сожалению, уже нет в живых, но я им безумно благодарен вообще. И у меня тоже вот такой небольшой, но я считаю такой положительный нюанс. Я никогда не ругался с родителями. И моя жена сейчас ставит пример это детям. Вот я не ругался просто с родителями. То есть, да, вот за все время мне как-то так, слава богу, сложились отношения, что я не ругался, у нас были вообще прекрасные отношения. Мало того, что я заболевал, там, да, они меня не упрекали. Я тогда жил в поселке, было какое-то еще хозяйство там, но они ни разу не сказали, что вот, да лучше там не надо ходить, лучше что-то по дому помочь. Но не упрек, а наоборот, одна поддержка, и абсолютно там надо куда-то ехать, пожалуйста, все собирали, там, готовили, там, помогали. Поэтому в любом виде спорта, я уверен, что многое зависит в начальной стадии от родителей. Мне просто повезло с родителями, и вот я, в принципе, состоялся как спортсмен благодаря им. В 92-м году ты переехал тренироваться в Чернигов, да, к Николаю Николаевичу Зотцеву. И он ведь не сразу взял тебя в группу. 2 месяца ты жил в общежитии, готовил в основном яичницу на сале. И приходилось, ну так скажем, пройти Крым и Рым и медные трубы. А ты был уверен, что ты останешься у него в группе? Ну, на самом деле, мне были-то, когда я понимал, что уровень свой я перерос в поселке, кто-то из старших ребят, которые примерно одного уровня закончил, кто-то уехал в другой город. Меня приглашали в Харьковский интернат. Ну, к сожалению, тогда уже слава Харьковского интерната терялась в позитиве, приобретала негатив. Не было дисциплины, не было результата. И да, я переехал в Чернигов. Ну, я на самом деле прожил гораздо дольше в условно, ну, спортивная база. Мы тогда с нее сделали на 2-м этаже общежитие. Да, были очень тяжелые времена, и когда иногда так нахлынут воспоминания, когда где-то рассказываю, но жена сразу рыдает. То есть абсолютно там, ну, были времена, что не было там и денег, и еды в нормальном количестве, или вообще даже иногда не было. Поэтому прошли через все. Но я и сейчас не жалею абсолютно. Но был ли я уверен? Ну, наверное, да. То есть у меня был определенный уже уровень, когда я еще выступал за Сумскую область, то есть в поселке. Ну, Николай Николаевич, когда я приехал к нему, он тоже удивлялся, как мы. Я еще, будучи школьником, то есть ребята, да, которые уже были в институте. 9-10 класс, да, ты заканчивал? Да, я еще, будучи школьником, приехал абсолютно сами, как бы без родителей. Я готовить не умел вообще, если честно, когда я приехал в Чернигов. Но вот все с опытом приобретаешь. Да, было нелегко, но, слава богу, справились. Первую свою серьезную золотую медаль, я имею в виду, это чемпионат мира среди юниоров в Финляндии, ты завоевал на женских лыжах. Что за история такая? А это то, что мы говорили, это вот команда. То есть если есть команда, те поддержат в любую минуту, вот, в принципе, это есть основа команды. 95-й год, мы были на чемпионате мира в Швейцарии, мой первый чемпионат мира, я туда отобрался еще на советских лыжах. Хотя уже многие выступали на нормальных. Я потом купил себе лыжи, ботинки, палки, все за свои деньги на то время. Экономия на питание где-то на сборах. Ну, это каждый спортсмен, ну, возможно, многие того поколения знают. Я купил, но мы приехали на чемпионат мира в Финляндию. Ну, я очень так вот после, это, мол, был уже 2-й чемпионат мира среди мира. Я после Швейцарии повесил плакат такой в комнате, где мы жили на лыжной базе, чемпионата мира в Финляндии. Ну, у меня была сильнейшая мотивация. Я очень хотел выступить на нем хорошо. Все, как бы, у меня была цель — чемпионат мира.
И в биатлоне специфика есть, лыжи, они на температуру в диапазоне примерно 5 градусов, ну плюс-минус. Хотя на то время были хотя бы две пары, это теплые и холодные. То есть если большой минус или теплая погода. В сборной команды России тогда мы общались свободно. Ребят было уже тогда на то время по 6, по 8, по 10 пар лыж. У меня была одна пара. Ну вот, соответственно, я уже не понял, да, мы перед каждым стартом ты тестируешь лыжи и выбираешь. Но у меня лыжи мои, которые были, ну, не ехали абсолютно. И тогда Зоц Николай Николаевич говорит, попробуй лыжи Оксаны Хвостенко. Я взял лыжи, хотя они короче, проехал, но, говорю, они гораздо лучше едут. И я побежал на них, выиграл чемпионат мира. И, в принципе, это дало старт уже в моей более такой взрослой профессиональной карьере. И шутя, я когда-то вспоминал, Оксана бежала в Италии на моих уже лыжах. Хотя тогда уже лыжи было более достаточно, но вот у меня были хорошие лыжи, там была очень такая, ну, почти дождь шел. И я говорю, конечно, Оксана, беги, стартуй. Скажи мне, пожалуйста, вот когда выступаешь в юниорах, выигрываешь, знаешь, это такой вот азарт, и тебе кажется, что так будет всю спортивную карьеру. У тебя такое было ощущение? Наверное, по психотипу я такой, что вот у меня как бы прошла какая-то там цель, задача. Ну, может, тогда это сейчас громко звучит, эта цель, но, по крайней мере, я точно помню, когда я стоял на пьедестале на награждении, я вот уже для себя понимал, что это пройдет 2-3 дня, там, по приезду, награждение, а дальше все с чистого листа. В 20 лет ты поехал на свои первые Олимпийские игры. Скажем так, не совсем удачно они сложились, да? И очень многие в таком возрасте, вот в возрасте молодом, ломаются. А зачем и почему? Психологически ломаются. Потому что очень много надежд, и когда не получается, человек думает или не может вернуться на тот же уровень. Что тебе помогло восстановиться? Что тебе помогло не сломаться после этих Олимпийских игр? Ну, здесь тоже, наверное, много факторов. Специфика биатлона в том, что у нас не было в мужском биатлоне громких побед. Возможно, это было как-то более мягко. Я иногда анализирую, что если, например, до этого было успешное выступление, потом команда 1-2 там, сезон Олимпийские игры не показывает результата, возможно, психология спортсмена ломается. Но в биатлоне в мужском не было там громких, скажем, таких серьезных достижений. Хотя я ни в коем мере не хочу там обидеть ребят старшего поколения. Но, тем не менее, к нам с пониманием относилось руководство и министерство, и Национальный Олимпийский комитет, и сами тренера, которые работали. Были разные причины неудачных выступлений на Олимпийских играх. Я не хочу там винить, но во многих Олимпийских играх там не виноват спортсмен. То есть мы доверяли тренерам, там работали, но все спортсмены это понимают. Не сломаться, но первые Олимпийские игры, опять же, мы участвовали, наверное, имея по 2-3 пары лыж, имея старые советские винтовки. Ну и ни опыта, ни как бы такого еще серьезного и сервиса лыж, и, ну я не знаю, как бы даже подготовки той же. Но тем не менее, женщины выступали достойно и привозили медали, поэтому я думаю, что это, ну, уровень спортсменов еще не мог позволить выступать достойно. Твоя спортивная карьера, вот я сегодня перечитывала, это вот действительно как биатлонная трасса. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Сейчас, вот по прошествии времени, ты анализируешь свою спортивную карьеру. Как ты думаешь, можно было бы избежать определенных падений? Или все-таки это судьба? Возможно, конечно, можно. В биатлоне очень специфика играет роль подготовки. А вот как ты пройдешь лето, в принципе, уже потом зимой поправить это сложно. И были, скажем, ошибочные такие тренерские решения, которые повлекли, скажем, неплохие выступления на Олимпийских играх. И было наверняка и мое где-то чрезмерное желание, где-то я перебирал дополнительные нагрузки, и потом я не восстанавливался, выступал плохо в следующем сезоне. Поэтому оно волнами так и шло. То есть если проходил успешно подготовительный сезон, соответственно, потом в сезоне зимнем более-менее там мы могли выступать. Ну, лично я мог выступать, показывая нормальные результаты. Если подготовка срывалась по тем или иным причинам, то, соответственно, и срывался весь сезон. В биатлоне, ну, на самом
самом деле, если, ну, сейчас уже более там можно скорректировать, тогда как-то было сложнее это сделать. В твоей карьере 5 Олимпиад. 5. Это титанический труд. Вот, ну, я не представляю, как можно 5 Олимпиад, это практически вся жизнь, да, и психологически настроиться, и физически настроиться. Самая Олимпиада, которая запомнилась больше всего тебе, и Олимпиада, про которую ты не хочешь вспоминать? Ну, Олимпийские игры – это отдельная глава, скажем, моей жизни, истории. Я когда вот уже осознанно там, да, понимал, чего я хочу добиться в спорте, у меня было 3 мечты, да. Там, медаль чемпионата мира, медаль этапа Кубка мира и медаль Олимпийских игр. 2 мечты мои реализовались, Олимпийские игры, к сожалению, нет. Та Олимпиада, которую хочется вспоминать, хотя он вроде был не реализован шанс, он близко, это, конечно, Ванкувере. Мне не хватило одного выстрела, чтобы быть в призах, 5-е место. Но, тем не менее, я не знаю, каждый финиш – это новый старт. Да. Я не жалею ни дня, что я провел в спорте, и эти 5 Олимпийских игр, и циклы эти, и тренировки, но, ну, не смог, значит, не судьба. С твоим именем, вот ты знаковый спортсмен для украинского биатлона. Мы оставим Олимпийские игры, реально знаковый, потому что с твоим именем всегда словосочетание «впервые для Украины», «впервые в Украине», «впервые в истории Украины», «завоеван пьедестал чемпионата мира», «завоеван пьедестал Кубка мира», еще я много могу перечислять. Ты можешь отнести себя к легендам украинского биатлона? Ну, мне приятно, когда меня так называют, на самом деле и пресса, и где-то на встречах. Ну, если честно, я никогда не задумывался. У меня где-то спрашивали, когда Сергей Семенов стал бронзовым призером чемпионата мира в одном из интервью, вот вы теперь не один чемпион мира. Да я говорю, да я с удовольствием буду рад, если чем будет больше там, призеров, чемпионов мира. Но я абсолютно независтливый человек, поэтому мне приятно, я не скрываю, мне приятно, когда болельщики даже сейчас уделяют мне большое внимание. Я знаю, что в Чернигове создан клуб любителей биатлона. Расскажи мне, пожалуйста, чья это идея? В принципе, когда я приехал с Олимпийских игр в Ванкувере, у меня где-то была мысль, возможно, не будет роста, не будет уже спортивных результатов, возможно, стоит закончить карьеру спортивную. И как-то я так озвучивал дома, я не знаю, где-то, может, при встречах. Не громко так, я потому что я сам для себя еще не принял решение. И потом я узнаю, что теща создала этот клуб. И этот клуб, ну, я не знаю, он оброс, уже в этом клубе есть люди, которые не живут в Украине, там есть уже иностранные члены клуба с других городов в Украине. Да, она заболела тоже биатлоном. Много людей, которые, скажем, до этого вообще не понимали, что такое биатлон, узнали биатлон, потому что это зять Людмилы Владимировны. А разрослось, вплоть до того, что даже по телевидению объявляли в Норвегии, что трансляция в России шла тогда, что на стадионе присутствует теща Дери Земли Андрей. Вот так, слава популярности. Да. И этот клуб, когда они создали, пригласили меня, говорит, Андрей, ты не можешь уйти. Ну, мы тебя все равно будем поддерживать, любить, но вот есть клуб, мы будем развиваться. Ну и приятно, что вот клуб уже живет. И существует до сих пор. Да, да, конечно. Тебе предлагали выступать за другие страны? Да, да, мне было вот реально предложение выступать за сборную Канады, поэтому... Рассматривал, взвешивал за и против или однозначно сказал нет? Нет, однозначно нет. Я даже как бы не думал, не советовался особо с кем, но это было в 2000-х годах, там, да, в начале. Тогда еще там, ну, мало кто говорил, что вот патриот. Я, ну, вот не скрываю, что я себя считаю патриотом, и я, ну, я не представляю жизнь вне Украины, вот, честно. Для тебя расставание с биатлоном как прошло? Замечательно. Замечательно. Ну, я шучу, потому что это на самом деле для каждого спортсмена больной и сложный вопрос. У меня действительно все прошло замечательно, потому что я приехал в августе с чемпионата мира в Тюмени по летнему биатлону и сразу, скажем, пошел, у меня не было свободной и недели, то есть я сразу начал заниматься другими вещами.
Очень важно, как, на мой взгляд, чтобы спортсмен и не перебегал в спорте, потом есть некоторое отвращение от спорта. Uh-huh. И есть большая проблема, когда спортсмен не добегал, потом он пытается вернуться в профессиональный спорт или там тренером. Или, то есть очень, это тоже непростой вопрос. Я не ушел в пустоту, я вот был востребован, поэтому я и с удовольствием сейчас и общаюсь, и сам поддерживаю спортивную форму, там, здесь по возможности тренируюсь. Поэтому у меня все прошло как бы хорошо. Вы биатлонисты, практически дома не бываете. Вы постоянно на сборах. Скажи мне, пожалуйста, как сохранить отношения в семье, когда тебя круглогодично нет дома? Возможно, у вас с твоей женой Натальей есть какой-то секрет, и есть ваше ноу-хау. Вот поступайте так, и у вас все получится. В принципе, семейные отношения – это своего рода тоже работа. Их надо постоянно поддерживать, выстраивать какие-то отношения. Но когда я познакомился, еще, наверное, даже до свадьбы, Наташа мне сказала, что я тебя готова ждать как спортсмена, сколько ты считаешь нужным. И действительно сдержала свое слово. Ни разу в жизни она не сказала, что там может хватит, нет, только поддержка. Но пообещай, что не будешь тренером. Как-то и жена понимала, что я как профессиональный спортсмен, и мы так выстраивали отношения с самого начала, когда познакомились, потому что мы познакомились 2 января, и я улетел и прилетел только в марте. Поэтому она сразу понимала, что да, что ее как бы ждет, и я благодарен ей очень сильно, потому что за это время она практически сама воспитала дочь и немножко начала воспитывать сына. То есть я уже когда... Заканчивал да. Но с сыном немного проще, появился скайп, да, то есть мы общались очень много там в свободное время. Секрет, если действительно может кому-то пригодиться, то я старался приоритеты расставлять, то есть по приезду домой это семья. За что ты благодарен судьбе и о чем очень сильно жалеешь? Благодарен я за все. То есть за все, что я имею. Семью, дом, даже ту же работу, то есть друзей, абсолютно как бы знакомых. То, что я жалею, это, наверное, те мелочи, даже которые они несущественные, которых не стоит даже жалеть. Спасибо тебе большое за такую беседу, за такое интервью. И дай Бог, чтобы так было по жизни, чтобы ты всегда судьбе был благодарен за все. Спасибо тебе большое. Спасибо. Взаимно. Спасибо. Це була програма «Таке спортивне життя». Вчасно почути слово може надати поштовх до дій і створити диво. Прислухайтесь до слів наших героїв, і я впевнена, диво у вашому житті обов'язково станеться. Вірте собі, вірте в себе, хай щастить. Програма створена за підтримки Національного олімпійського комітету України.